Я могу отключить его? А то просто. Так, разрешите мне зайти к вам? Ладно. Там одна медсестра хотела, советовалась. Хорошо. Очень важно. А Витя-то поехал потерять. Какой-то праздник там или еще? Ну, повезли там. Животные. Я вчера говорил с ним. Это мы в детское зашли. Ну как, дети-то наедаются тут, нет? Очень-очень. Не обижайте их. Все тут по три этажа, чтобы можно было спать, когда ночевали здесь. Вот это вот справа моя койка, недвижимая. И вот даже входить на двери и тоже как палате. Вот. И чтобы... А там дальше у нас кухня, вентиляция внизу проделана, тут отверстие. И вверху там отверстие, чтобы... Благовращение было. Ну, вот тут, наверное, отремонтировали, все такое. Видите? Вот, что тут написано, дети, детская. Что такое? Почему не за столом? Слава Господу! С Богом! С Богом! Заходи за столом. Да я был часто уже. Тебя тут не обижают? Нет, не обижают. Достатки? Да. Все, слава Богу. У нас тут люди расходятся что-то. Как быстро расходятся. О, Гликерия, далеко что пошла. Надо сидеть и... У нас отдельно обедает даже тот, кто отлучен, как написано. Куда пошла? Полина, я сдаюсь! Что, Виктор Андреевич, занимай свое место. Я на месте. Я прошел от детей. Спаси Христу. Володя, главный режиссер. На, Володя, присоедини ее. Да нет, не чай. О, пока едят, а ты говори. Понятно. Что время для этого. Самое неблагодарное время для разговора. Давай, давай. Ничего, не. Все будет проглочено и усвоено. Потому что желудки давлеют над разумом. Там уже поели почти все. Братья и сестры. Жуем молча. Молча жуем. Сестры. Молча жевать умеем. Они глухие, так что погромче можешь правильно.
Я прежде всего хочу поблагодарить Бога за то, что 19 января 1991 года Господь сподобил меня, мою сестру, сестру Зою, сестру Надежду, присутствовать на первом нашем собрании, на котором была официально создана Крестовоздвиженская община. Я помню этот день. День был прекрасным, солнечным, по-весеннему прямо вот солнечным, теплым днем был этот день. Помню почему-то босые ноги Игната Тихоновича. Была семейная такая уютная обстановка. Нет уже тех сестер, которые были в этот день с нами, в день образования общины. Рабы Марии нет, рабы Валентины нет. Зои. Царство им небесное. Нет сестры Антонины с нами, но она жива. Дай Бог ей здравия на многое лето. Гладких Антонина. Нет с нами Олега. Николая Олеговича нету с нами. Кто еще с нами были? Зина, Наталья. Алевтина здесь. Нет, Зинаида. Какая Зина? Зинаида не было. Не было. А, пожалуй, я всех и перечислил, кто был с нами. Ну, еще раз хочу поблагодарить Бога за то, что я был среди первых преобразований общины. Прошу всех молиться, чтобы Господь сподобил меня не быть последним. Ибо, как говорит Господь, и те, которые были первыми, могут стать последними. Чтобы Господь сохранил меня от всех путей, от всех опасностей на пути спасения, а также всех, кто присутствовал на этом первом собрании. Ну и, естественно, чтобы Господь даровал многое лето нашему духовному отцу, образовавшему нашу общину, Игнатию Тихоновичу, нашему духовному отцу, батюшке нашему Иоакиму, чтобы Господь ему даровал многое лето, здравие души и тела, чтобы он еще многое лето нас окормлял духовно. Не любит Игнатий это слово, но наставлял нас и спас, как истинный пастырь наше стадо словесное. У него есть и бессловесное стадо. Вот, когда ему позвонишь, он говорит, да вот окормляю свое бессловесное стадо. Имеется в виду его овцы. Ну, бессловесные стадо. А мы словесные стадо. У кого есть слово по поводу сегодняшнего события, Дня общины? Зоя, есть слово? Да, у меня слово. Ну, говори. Благодарение только есть. Ну, говори. Слово благодарения только могу сказать. В 91-м году с Надеждой Андреевной работали на кондитерской фабрике вместе. Ну, Господь ее прислал к нам, да. Ну, она уходила сначала куда-то вечером, мы работали вторую смену, она уходила, а куда не говорила. Отпрашивается, 2-3 раза отпрашивается, а куда не знаю. Ну, а потом она сказала, куда отпрашивается на собрание вечером, 6 часов было в политехническом институте. На занятия. Ну, и мне сказала, и привела... мою душу грешную. Ну, Надежда Андреевна пригласила меня, что там ведутся занятия такие, ну как, что-то изучение Библии, Слово Божие. Ну и мне сказала, ну я тоже согласилась и пошла. И все, и мы с ней так стали ходить, и политехническим были, ходили долго-долго. Молодец. Ну, благодарна я. Когда в общине находимся, это такое состояние души и тела, благосостояние вообще не знаю.
А когда в мир уходишь домой, там домашние условия, это совсем другое. И сюда тянет, все равно тянет. Как бы где бы ни был, ни, там, не хожу, но сюда тянет вообще. Люблю вас, сестры, все, братья. Муж рад, что я хожу сюда. Сильно рад, что я хожу сюда, да. Но даже иногда пропущу, а он сам говорит, ты почему сегодня пропустила? Иди. Вот иди, ты почему так? Ну, поступаешь. Ну, вот такие вот. Так что я благодарна. Богу, Надежда Андреевна, да, что привела меня сюда. Это уже 26 лет. Дай Бог, чтобы Саша твой тоже пришел. Да, вот, да, чтобы муж пришел. Молитесь за Александра. Александр. Александр муж, так что молитесь, что верит, пришел. Господа, верит, все там. Ну, верит, но в душе это мало. Молится в душе, да, в душе, да. Так что слава Богу за все. Благодарна я, милостивый Господь. Слава. Еще у кого есть слово? Да? Я, конечно, не первая пришла. Ну, у меня вот как бы, да. У меня как бы такое осталось, какая-то печать у меня такая осталась, такое состояние, что я вот всю жизнь искала вас. Искала такую общину. Я всю жизнь искала Слово Божие. Я ходила в церковь, я его не понимала. Приду, послушаю. Вся это, в одежде стоим, все мокрые стоим. Все такое состояние такое, какое-то напряженное. Боишься лишний раз пошевельнуться. Ну, какой-то был вот у меня страх, да? Вот с молодости я маленькая еще была. Я все смотрела на людей, думаю, как это они так живут. Как-то надо на них смотреть и учиться у них. У меня вот здесь вот всегда какая-то была такая мысль. Я со стороны наблюдала, как мне жить, как надо делать все. И я все время искала, думаю, ну это они делают, а кто-то их заставляет делать так, как нужно жить. И я все время это наблюдала за людьми. Потом, когда уже выросла, взрослая, у меня постоянно было состояние какое-то, что-то есть какая-то сила, и мне как-то надо о ней узнать. Ну, поняла, что нужно в храм ходить, стала ходить в храм. И приехала, когда замуж здесь вышла, я тут ну, ходила, но я как-то приду, мне не манит больше храм, не манит, не хотелось не ходить. И потом уже случайно, вообще-то я пришла к знакомой к своей, Елена, у которой вот муж был, Георгий, и она сказала, говорит, он нашел место, куда тебе нужно ходить. Он нашел, это и его место. Он ходит. Мы тебя ищем уже 2 месяца. Уже прошел октябрь, ноябрь. И дала мне записку, и я пришла. И я встретила там Алексея Загуляева, увидела. С ним Юра сидел. И я так радостна, что вот такие люди тут пришли, привели меня. Ну, я считала, такие умные. А я такая вообще никто. И я настолько глупая была по знанию вот, духовной жизни. И я вот села, когда слушала, все, я поняла, да, это мое место. И я как пришла, и так я хожу до сих пор с 92-го года. Получается, прошло уже 24 года. Спаси Христос за Слово Божие, низкий поклон Игнатию. И очень я хочу поблагодарить за все 24 года. У меня была такая хорошая поручительница. Это Алевтина Пантелеевна. И вот она до сих пор меня ведет. Она ведет меня за руку. Она как бы вот ревностно ко мне относится. Она хочет, чтобы я спасла душу свою. И до сих пор она учит меня. Она мудрая. И я вот учусь у мудрой такой поручительницы. Аллилуйя. Спаси Христос. Аллилуйя. Ну, так, как говорится, несите бремена ваши. Друг друга. Времена на раменах ваших. На раменах. Да. На плечах, то есть на плечах. На руках молитвы должны помогать друг другу мы войти в Царствие Небесное. Одно только замечание. Не случайно, Людмила Степановна. Я тоже раньше говорил о случайности. Для человека неверующего все случайно. А для верующего человека все происходит закономерно. Все должно было произойти именно в тот момент, когда это произошло с вами. И со мной тоже. Я, где меня только не мотало после крещения в детстве. Ну, месяц, наверное, мне был, крестили меня троекратным полным погружением, Рубцовский, да,
Вот. Ну а потом пионерия комсомолия, потом марксистско-ленинская философия, потом политические занятия, социалистический образ жизни, научный коммунизм, потом биоэнергетика, суфизм, рельхнувшийся был. Где только меня не мотало. А когда пришел православие, вернулся, причем когда увидел первый раз Игната Тихоновича Потеряевке, когда мы крестили дочь, вот, опять же, благодаря заступничеству и протекции Валентины Павловны покойной, царствие небесное, я всегда ее помню и благодарю за это. Вот. И я понял, что здесь истины последней инстанции. Почему? Потому что Слово Святое, Слово Библии коснулось, и все. И все, все эти похождения, все эти ямы, через которые пришлось пройти, оставлены в стороне. Так что слава Богу, аллилуйя, Господь в конце вот этих моих блужданий нашел меня и поставил на место. Еще кто хочет сказать? Людмила, Любовь Николаевна. Слава Господу за нашу встречу. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать покой в бедственные дни. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в рот и рот. Слово Твое – светильник в ноге моей и свет в стезе моей. Вместе здесь собрались мы для радости и для встречи радостной, друзья. Пусть любовь горит над нами радугой. Прославляйте все любовь Отца. Кто же в этом остается виноват? Кто же будет горько слезы лить, что сегодня некоторых нет среди нас, а нам их никак нельзя забыть? Хочется мне вспомнить всех своих друзей, тех, кого я не могу забыть. Как в труде мы Бога прославляли, делали все честно, от души. Часто мы ходили на собрания, вместе мы склонялись от тиши. Было время, вместе мы страдали, но старались в мире свято жить. Вознесем же руки наши к Господу, о друзьях, ушедших от Христа. Без Него постигнет в мире их беда, а в беде им помощь так нужна. Молитесь о ушедших, чтобы их сохранил Господь, чтобы они не потеряли Христа, чтобы они исполнили волю святейшую Господню. Вот один снимок я пошлю. Посмотрите, пожалуйста. Это было давно, где-то 2000 год. И что? Володя был из Новоалтайска. Александр, но он верующий, так и остался во Владине, не знаю, сведения. Да, это Людмила, тяжело. Тяжело это... вспоминать о тех, которые были рядом, которые стремились Лидия к спасению Павла. Среди нас. Но сегодня с нами их нет. Среди моих, только Игнат Тихонович знает, наверное, потому что он больше всех трудился на этом поприще. Когда отдаешь многое от себя, потом... приходится очень больно это осознавать, что этого человека с тобой нет. Среди моих подопечных, над которыми я трудился, двоих тоже нету. Николая нету, этого Александра нету и Бориса нету. Так что прошу молиться о них тоже, помнить. Александр тот, который был, помните, с такой бородой. Ну а Бориса вот совсем недавно должны помнить. У первого там прозаический блуд, а у второго тут желание угодить человеку угодие. Казалось бы, ну, ближних надо любить. Но любить-то не более Христа. Христа больше нужно любить. А тут нужно угодить ближним своим, родителям. Так что вот. Хороший человек и все осознает, и верует правильно вроде. А вот такой самый простой грех, человекоугодие, уводит в сторону.
Малодушие. Еще кто хочет сказать? Я хочу сказать. Давай, Антонина. Молодец. Как я пришла тоже. Я всю жизнь жила на южном поселке. Всю молодую жизнь свою. 44 года я прожила на поселке, а 22 сейчас в Лебяжке. Почему я пришла в Лебяжку-то? Вот это что. Работала не случайно. Не случайно. Работала в магазине. Там, в 90-х годах-то. В магазинах ничего нету. Все пусто. И устанавливали свои цены, свободные цены. И кто какую хочет, тот и ставит продажу. Вот, значит, а меня стала совесть мучить. Надо же, ворую. Стала совесть мучить. И 2 года осталось до пенсии, я уволилась. Все удивляются, что я уволилась. Я не разговариваю, уволилась. Была однокомнатная квартира у сына. У меня двухкомнатная. Я и переселяю свою, одну комнату продаю и переезжаю в Лебяжку. В Лебяжке, значит, в августе 94 года мы переехали в Лебяжку. А в прощенное воскресенье 95 года я уже молилась в Покровском соборе вместе с общиной. Ко мне приехала сестра старшая Оля, которая сейчас у нас болеет, в Омске находится. Она приехала ко мне как раз в это воскресенье в черном платке под булавочку. Она сроду всегда ходила в шляпочках, все так такая. Мы со с моим мужем переглянулись, а что там такая-то? Крыша в пути. Я говорю, не это, я с тобой. Она рассказала, что в Покровск идет молиться. Я с тобой. Все, и пошла, и молилась. С прощенным воскресеньем 22 года, как я в общине. И с этого, значит, не запомнила столько Зоя с младенцем. Подожди, а Оля-то почему так одета была? Да. Расскажи-ка про Олю-то. Ну, она ходила на занятия, видно. Она ходила на занятия. По изучению слова Божьего. Да, она ходила, а я даже не знала. По технический университет ходила. Да. И вот она, это самое, через нее, вот я запомнила только Зою с мальчиком ее. Больше никого пока не помнила. И с этого дня начала занятия. И стала это самое посещать. Ну, конечно, у меня опять и меня была. Я, конечно... работу делала и воровала. Ну, об этом о грехах не будем. Грехи Господь знает. Да. И вот так я сейчас не... Здесь не исповедь, да. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Ну, еще кто хочет сказать? Всем в то время все было. Все делали. Давайте спросим Никиту. Никита к нам приехал с Украины. И он не так давно. Что, какие впечатления от общины за это время? Как ты услышал об общине? Как попал? Да. Услышал по интернету, увидел сайт и все. И когда уже находился в Борисполе, то есть я так действовал, как будто у меня какая-то община где-то там есть уже. То есть я говорил смело, шуму. Можно там правильно поступать и как бы. И был какой-то вес в моих словах, неизвестно откуда. А потом приехал сюда, тут закрепился уже. Тяжело было? Когда? Когда приехал сюда? Конечно, да, тяжело очень. Ну, сейчас-то попроще будет. Тяжесть в чем состояла? Перетерпел. Да. Володя только хорошо. Тяжесть в чем состояла? В чем тяжело-то было? Да. Ну, совсем, ну, другая жизнь. Я-то по-своему жил, как хотел, практически. А тут всякие тут правила, установки, разного рода ограничения. Ну, все не перечесть, там все. Ну, мне это интересно было изменяться, ну и как бы это с интересом идет, поэтому как бы прогресс есть до сих пор. Есть прогресс? Да, есть чуть-чуть. Но еще есть куда расти? Ну, конечно. Будьте совершенны, как Отец Небесный ваш совершенен. Туда уж. Начало, у тебя вечность простирается. Совершенствование. Вопросы есть какие еще? Не жалеешь, что приехал? Нет. На родину охота? Нет, не охота. А там у тебя кто остался? Там мама осталась родная. Ну, поддерживаешь связь? Да, поддерживаю связь. Мама не тоскует что-то?
Нет, и наш канал смотрит, она как бы в курсе всех дел. Сожалеет и не радуется. На ролике смотрит, да? Да, видеозаписи смотрит. Я вот так радовалась. Сама-то она не подвигается на пути спасения? Очень так продвигается, даже вот покупает Евангелие, там, по службе, она начальник смены, там, в аэропорту своей, там, по службе, и тоже Евангелие, там, тоже дарит своим сотрудникам. Она начальник смены? В аэропорту? Да, да. Ну, там много служб, я же не говорю, что начальник аэропорта всего, а конкретно там служба стоит. Ну, не знаю, как это она там, она думает наперед, что-то, может, это что-то будет ей, но пока она этим занимается, как бы, пока все, слава Богу, пусть продолжается так. Она у него к вере, это первая пришла. Да? Ну, вот опять пошла, я уже как бы всю глубину, высоту, ширину, долготу уже как бы уже. Ну, я ты тебе расскажи, что ты от матери это получил? Ну, я от матери получил как бы что-то. Ну, она тоже не по Библии это все узнала. А как бы просто мне нравственно пыталась поднять меня. А в Священном Писании тогда я уже как бы более... Сестры? А по Библии, то это я уже, можно сказать, дал уже толчок из толкования, покупал фитилактер, типа еще скала. Правильно, помогайте друг другу. Да, читали вместе. Ну и сейчас это стали книги туда, к ней. То есть трехтомник. Помогайте. На слово Божье тут, здесь на православии. Она читает как может. Ну, у нее так, как женщины свои, там, как бы, в этом плане, там. Я так как, у меня, я свободен практически от всего. Я могу заниматься около года этим, пока силы ума хватает. Ну, у них семья, там, хозяйство, как бы такое. Помоги, Господи. Еще вопросы есть, брату? Кто еще хочет сказать? Брат, у тебя есть слово? Скажи. Что я могу сказать? Я так юный потеряевец. Юный потеряевец, слушаем. Вот. Пока всем доволен. Сюда стремилась душа моя. Хочу вас поздравить из чистого сердца. Община – это действительно как родная семья. И все по-другому. В мире этого не увидишь нигде. Поэтому, конечно, это единственный, наверное, экземпляр. То есть это, можно сказать, жемчужина православия. Потому как сейчас, ну, где-то есть общины, но не то. А может, я не знаю. Простите. Всего хорошего. Аллилуйя. С Богом. Аллилуйя. Да? Александра Михайловна. Я благодарю Господа Бога, что Он меня привел в эту общину. Я всю жизнь, сознательной жизни я всегда искала Бога. Ну как я искала Бога? Ну где-то слышала, в то время это, ну, у нас гонения не было, но о Боге мало говорили. Потом уже вышла замуж, тоже нужды, я все какие-то молитвки собирала, все исполняла. А потом, когда пошла на пенсию, стала ходить в Никольский это, храм. А потом, я думаю, ну где же мне пристроиться? И Господь Бог так позволил, прислал ко мне Игнатия Тихоновича. Он постучался, я открыла, и он мне только дал визитку, чтобы выписать газету «Алтайская правда» и занятия. Говорит, у нас проводится это в университете. Я говорю, я как я это ищу? Ну, он ушел, я опять-таки, мне было как-то неудобно, я в смущении была. Но я уже не работала, я ходила вечером как бы гулять, дойду до Никольского, зайду, побуду, все такое. Потом уже к университету подходила, все такое. Я никак не могла решиться, а потом решилась и зашла, мне сказали, я пришла. Но я пришла такая, в штанишках, в какой-то шапочке какая-то, все такая, смотрю, все такие... Ну, красивые все, благочинно одетые, все такое, мне было так неудобно, это самое. И меня так хорошо встретили сестры, вот прям все меня окружили. Полина Дмитриевна была, а мы там все в одном районе живем, да почти рядышком. И вот мы с ней пошли, мне как бы к ей это самое пристроили. И вот я хожу уже 16 лет. Слава Богу за все. Я сейчас думаю, Господи, я не могла ни одного слова сказать. Я не могла как бы соединить слова. Кто Бог, кто Иисус, кто как, что такое. Мне было это все чуже, странно. А теперь слава тебе, Господи. Я уже кое-что-то могу и благовествовать. Аллилуйя. Да.
Слава Богу за все. Аллилуйя. Я так вас всех люблю. Нина Свечникова благодарит всех за молитвы. Она, мы с ней разговаривали. Говорит, мне сразу стало легче. Это самое хорошо. Слава Богу за все, что мы есть. Аллилуйя, аллилуйя. Надо ценить то, что имеем. Поэтому иногда и нужно сходить в другой храм, чтобы сравнить и еще больше ценить то, что имеем. Когда сходишь, когда потолкаешься там, когда вот впитаешь тот смрад, который там есть, от этих свечей нечистых и от тех, кто там прохожане, то по-другому начинаешь воспринимать и эти 7 минут, которые мы стоим здесь молча, благоговейно стараемся проводить эти 7 минут в молитве, не двигаясь. И все остальное начинаешь ценить. И слова Святого Писания на стенах, которые здесь вокруг нас. И тогда Слово Божие становится для нас слаще меда, желанно. И тогда мы остаемся на занятии, изучаем Священное Писание, вникаем в смысл, благодаря святым, которые написали толкование. Сегодня слушаю вот Иоанна Златоуста. И раньше как-то, наверное, уже и слышал об этом, о том, что нужно себя сдерживать по отношению к пище. А тут вот это слово сравнение с псом, который оказывается разумнее человека, который не может себя сдержать по отношению к пище. Вот просто первый раз для меня это вот как бывает же так вот, что неоднократно слышишь толкование или Святое Писание, открываешь, читаешь уже 10, и 20, и 30 раз прочитал, а открывается вот оно по-другому. Господь открывает в нужный момент, не случайно, опять же. Еще у кого есть слово? Да, Валентина? Я тоже благодарю, что я здесь вместе с вами. Аллилуйя. И нам вот с Надеждой понравились сегодня очень проповеди. Братьев прям благодарим, что они подобрали такие проповеди. Еще хочу сказать, подождите, потом продолжим. Хочу сказать, что сегодня у нас мы можем прославить Бога за то, что у нас есть сестры Татьяны. Вот будет день их. День Татьяны, день ангелов их. И еще у нас у Анны сегодня день рождения. Так что пожелаем Анне Александровне Крутина. Она побежала уже. Уже убежала? Да, я ее хотела догнать. Да, ну вот. Но она ролик посмотрит, надо да. Много лет успеть. Многое лето? Да. Здравия души и тела, и спасение души и тела. Ой, не успею. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, Валентину. Я к слову, то, что все не случайно. Я прочитала книгу, вроде не церковная, она «Мастер Маргарита», и там Христос описывается. И я вот потеряла покой. Ну, кто он такой? Впервые я о нем услышала. Потеряла покой. Ну, кто он такой? Я на работе везде спрашиваю, ну, кто он такой? Ну, кто? Мы же привыкли, у нас это Матерь Божья всегда икона была. А Христа-то мы и не знали, молились все Матери Божией. А потом одна сотрудница мне принесла объявление по радио было, что занятие в Политехническом университете. И вот именно в этот день уже занятия были. Она говорит, вот давай иди, там тебе, наверное, может, расскажут. А сама ты не пошла? Нет. Надо же, вот как, надо же, сама подала вот даже для спасения информацию, а сама осталась в тени. А я им надоела уже на работе, видать, что
кто он такой? Нет, нет, да, кто же он такой? И вот я услышала, конечно. Потом я много ходила, я не переставая, много лет, даже не пропуская, ходила, ходила. И я ее все звала с собой. Галина, пойдем со мной. Она говорит, нет, это молиться, верить, это очень большой труд. Я, говорит, не готова это. Но я ей Библию принесла, купила, Царствие это, Небесное, она умерла. И так она со мной не пошла. Слава Христу! Спаси Христос Игнатию Тихоновичу. А я пришла сразу к нему, подошла, говорю, дайте мне книгу какую-нибудь про Христа. Он мне с библиотеки давал, я читала. Извините, у меня голос сегодня это такой. Слава Богу за все. Аллилуйя! Можно я? Да, да. А я хочу рассказать, как я пришла. Это был 96-й год. Я сидела, у меня старшая дочь была еще маленькая, сейчас 25 лет уже будет. Вот. Пеку на кухне пирожки, и радио у меня включено. И там Терра Инкогнита с Павлом Лозовым, Игнатий Тихонович Лапкин выступал. И он рассказывал как раз все вопросы, которые меня вот интересовали. Я ходила до этого к старообрядцам. Я в Покровске зашла, что-то посмотрела, думаю, не мое, я чувствую, что-то не там. А вот для работы киоск был старообрядческий, они мне все давали литературу, и к ним я ходила. Но находилась еще вот в таком сомнении, в искании. И тут я услышала эту передачу. И он рассказал как раз, как Бог творил, как петушок там закукарекал, курочка встрепенулась, яичко снесла, все это, как все это образовалось. И рассказал о Христе. И вот это вот меня так тронуло. И в этот же день он приглашал на занятие. И я пишу мужу записку, мы пошли на занятия. Вот так сидела баба дома столько лет. Тут какие-то занятия с ребенком отправилась. Пришла, действительно, тоже ходила я только в штанах. Ну не спросил, чем занималась-то. Вот. Прихожу, все действительно вот так благочестиво одета. Но все очень дружно встретили. Еще там аудитория была где-то у нас сбоку там маленькая, не эта большая, в которой мы потом последние годы-то все ходили. А в маленькой аудитории, помню, там все с Татьяной Кузьминичной уже была. Но я была в таком еще состоянии, в шоковом. Еще все это так ново было. В этот же день мне Библию большую подарили, я помню. До сих пор она у меня, читаю. Вот, слава Богу. И потом я Игнатия Тихоновича через много лет спросила, когда уже сама я попала в эту же передачу, можно сказать, но не в эту, но в такую же, с Павлом Лозовым. Я потом спросила его, Игнатия Тихоновича, еще, говорю, кто-то пришел через радио? Он говорит, ты одна пришла. Вот столько лет он выступал. И представляете, такой процент. Я одна пришла через радио, кто услышал и пришел на занятия. Больше никто не пришел через радио. Ну, я вот у него спрашиваю. Да. И еще, и потом через несколько занятий как раз пост был. Все-таки вера от слышания. Да. От слышания от Слова Божия. Был великий пост. Игнатий Тихонович, кто хочет принять истинное крещение руками священника в озере, пишите заявление. Потому что если вы принимали там мочением или как там еще, кроплением, это не считается истинным. А я как раз перед этим лет за 5-19 лет я приняла такое. И я услышала, что можно еще. Потому что до этого я вообще ничего не поняла. Вот нас гоняли, я помню, босиком вокруг какого-то чана, я вот больше ничего не запомнила. Как мы босиком бегаем, мы волосы стриженные в бачок кидали и смотрели, там плавают или утонули. Вот такое вот было. Языческое какое-то, просто. И больше ничего не осталось после этого. Ну, я купила там иконы, заучивала молитвы, это у меня было. И Бог хранил, у меня от таких страшных случаев Бог хранил. Действительно, Бог ведет, Он своих детей не оставляет, даже вот от такого языческого крещения, можно сказать. И все равно Он сохраняет, Он подводит, если человек стремится, если он ищет, Он все равно приводит к истине. И вот я, слава Богу, попала и написала это заявление, как крещение. Подхожу Игнатию Тихоновичу на эту трибуну, где он ведет занятия. Он так на меня посмотрел сразу, серьги носишь? Я, да, такая радостная, показываю, я ношу серьги, у меня еще не дошло. Ну, там буквально первые 2-3 занятия, я еще не вошла в систему. Снять, так, глаза красишь? Я так, да, смыть, штаны вообще исключить никогда, чтобы я не... Вот с этого времени у меня началось перерождение.
И к моменту крещения я уже подошла, это 3 месяца прошло, там в июле потом, это был Нарапрель, 3-4 месяца прошло, вот, и я уже стала новым человеком, можно сказать. Я сразу же пришла с занятия, начала себе юбку длинную шить, сама хоть не умела ничего еще, ну, дай мне 24 года. Да. Пришла, сшила юбку, пришли мы к Татьяне на квартиру молиться, помню, первый раз. Да, 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 вот, молились мы там, все. Женщина молодец, это, пожертвовала своим жильем, это же соседи и все. Помоги ей, Господи, прийти, и ее детям. Помните о Татьяне. Да. Сколько она нам... Да, милости это знала. Вы, знаете, Тихоновича на его втором этаже, где вот так все покосившееся, мы боялись по ступенечкам, что там завалится даже у него все. И все вмещались как-то даже в этой тесноте. И батюшка там крестил у меня, вторая дочка, когда родилась уже после вот этого крещения, беременная крестилась, она у меня родилась, и в той вот хижинке вы его крестили, помню. И муж сказал, ну, у вас правда все вычитывает. У меня муж неверующий, он пришел. Он говорит, правда, вот вычитывают, говорит, все как положено, я все понял. Я понял, что у меня ребенка действительно крестили. А до этого мы ходили там, племянницы крестились в Покровском соборе. Он говорит, я ничего, говорит, не понял. Я понял, что я стоял, мучился, говорит, и устал, говорит. А тут я, говорит, понял, что что-то есть такое, я почувствовал, говорит. Спаси Христос Игнать Тихоновича, что он нас собрал. Это его заслуга, это духовный наш отец. Низкий вам поклон, Игнать Тихонович. Я Нила. Да. Я хочу сказать, что через радио я пришла. Потому что не одна осталась. Ну, конечно, конечно. Мы очень с сыном любили слушать Игнат Тихоновича. И даже если что-то я делаю на кухне или где, он кричит: «Мама, иди», говорит, «Игнат Тихонович выступает». Вот. И я позвонила. Потом, когда нужно было задать вопрос, я позвонила Игнату Тихоновичу. Он со мной разговаривал. Я у него спросила: вербочки, веточки, что с ними делать, вот когда уже проходит время? Он мне говорит, сжигать. И пригласил на занятия. Я пришла на занятия, ходила на занятия и осталась. Молилась, ходила и у Буряка, мы тогда молились, и в старой квартире, где вот Игнат Тихонович. Все. Ну и слава Богу, вот так вот все, как бы нашла себя. Вот. Ну, бывает, что сейчас прибаливаю, не всегда. Все, ну... Очень благодарна за все, всем. И в первую очередь Игнатию Тихоновичу. Слава Богу за все. Аллилуйя. Аллилуйя. Еще у кого есть слово? Наставник наш. Да? Людмила Степановна уже говорила? Еще у кого есть слово? Братья, почему молчим? Сестры так активны. Что нет у вас ни у кого желания поблагодарить Бога? Наставника нашего. Он Игорь. Да, брат, говори. Я хоть и из Потеряевской общины, честно. А мы родные общины. Родные общины. Потеряевская община имени. Анфима Никомедийского. Я людям посторонним меня спрашивали, как я к вере пришел. Я им рассказывал. История очень длинная. И один человек сказал, что по твоей истории можно написать книгу. Как ты пришел вот к вере, к Патриархе. Ну, если кратко сказать, что я сам с Казахстана, с Караганды, и расстояние между Барнаулом и Карагандой 1000 километров. Вот. Началось все с того, что мы стали задумываться в семье. У нас в Казахстане началась вот перестройка, вот это все это движение, что надо уехать в Россию. Надо уехать и все. В общем, процесс был очень долгий, мучительный, уезжали, все это. И в конечном счете я оказался, значит, от Потеряевки до, оказался в селе в Травном. Это около 100 километров, Мамонтовский район. А между Травным и Крестьянкой, мы там были на Благовестии, было село, так же, как и Потеряевка, но было село Сыропятое. Она очень живописная, на берегу озера стоит. Вот. И начал ее возрождать, тоже с Казахстана. Ну, богатый человек. На то время у него было, Игнат Тихонович часто рассказывал, он потом приезжал в Потеряевку. Я к чему подвожу? Что мы там начали строить поселок, и я краем уха слышал, краем уха, там от местных, а уже был верующий. То есть я обратился от чтения Библии, Бог мне открылся. Вот. Краем уха услышал, что вот где-то здесь, в Мамонтовском районе, есть попы.
И байки послушал, что они на коровах там деревья, эти бревна таскают. Было так интересно. Вот. Но у меня с ним так отношения выстроились, что надо было уехать оттуда. А куда и как? И вот в один такой момент, такой пиковый момент, мы сидели всей семьей, семьей, тесть, теща, все. Ну, что делать, куда ехать? И тут вдруг тесть заносит газету «Аргументы, факты» с адресом Игнатия Тихоновича, с его объявлением о возрождении потеряющей, с его адресом на строительной, за этим, на строительной. Строителей. Строителей, да? Строительная. Вторая строительная. А, да, вторая, вторая строительная. Тогда вторая строительная, проспект строителей есть. Вторая строительная. Вот. И я собрался по делам, и к нему зашел, и мы с ним встретились там. Он мне рассказал, ну, в общем, побеседовали. Беседа была очень интересная, я до сих пор сейчас помню. Он меня спросил, а какого ты вероисповедания? Ну, я ему стал рассказывать, что вот мы ходили там к протестантам, баптистам, к адвентистам, все. А он меня направил на православную, объяснил, что такое православная вера, что она истинная. И я это очень быстро принял, и он мне дал разрешение приехать в Потеряевку. Я приехал, вот, на 2 месяца помогать. И мы поехали с батюшкой на машине сюда, в Барнаул, за бетономешалками. И вот как первый раз я оказался вот в вашей общине, это я помню, на 2-м этаже, это уже на Никитина. Mm-hmm. Как раз мы сели обедать, и пришли вот дочери, Петерима, тетя Алла. И меня вот, вообще, эта вот обстановка, она так меня тронула. Я как будто вот у себя вот, ну, почувствовал, что именно здесь мне надо было. И так вот я остался, и все приехали. Слава Христу за все. Аллилуйя. Аллилуйя. Еще у кого есть слово? Все исчерпались, не желает никто. Ну, Галина, говори. Ну, я в тему того, что цените то, что имеете. Я вот крещение принимала с Александрой Михайловной, а до этого, вот многие верят с детства, да, многих спросишь, что ты верующий? Верующий, верю. В кого верю, неизвестно, в кого, в Бога, кто Бог, а кто его знает. Но кто-то же есть, в кого-то верю. У меня, конечно, была не такая красочная история, как вот у вас, сестры. Возможно, не такая яркая. Просто в наш дом пришел Витя Плеханов. Многие из вас его знают. Да. Он пришел вообще не ко мне. Ну, пришел мужик, пришел, мне какая разница. Ну, а я на крылечке сидела. Он вышел, ну и так. Ну, что, грустишь, скучаешь? Ну, я, конечно, отнеслась к нему с таким негативом, крайним пренебрежением. У меня на то были причины. Это не зависело от Виктора, это просто мое отношение было ко всем, кто приходил в наш дом. Вот. И Витя, я говорю, да что-то скучно, ну, чтобы так отвязаться от человека. А он такой стал говорить про монахов, а вот представь, монахи, они в монастырях. Я сижу, ну, мне, конечно, это смешно стало, монахи в монастырях. Я говорю, вообще, можно, говорю, со скуки там умереть. А он сидит и говорит, а с Богом не скучно. Вот мне больше нечего было ему сказать. Вы многие знаете Витю Плеханова. Вот помолитесь о нем. Я пришла через него. Кто бы мог подумать, да, историю Витину вы знаете. Но потом он даже не мне сказал, а где-то там матери, может быть, сказал, что там занятия какие-то в университете. Я девушка настойчивая, знаю, что политех, знаю, где политех, где памятник, хотя я всю жизнь не жила в Барнауле, но я пришла к памятнику, зашла в этот центральный-то корпус, не знаю, какой он, к охране, говорю, здесь где-то занятия ведутся по изучению Библии. Они говорят, это вам не в этот корпус, вам нужно в корпус В, да, правильно называют? Ну и он сказал мне, как пройти, но я туда прошла. Захожу в холл, а там же объявление, и смотрю, висит наше объявление о занятиях в университете. И я думаю, о, туда пришла. Да. Ищущий да обрящий. 411-я аудитория, по-моему, да? Или 410-я. Да, вот сейчас этих занятий нет. И мы, когда ходили, мы же не думали, что их не будет. Мы думали, ну так будет всегда, и мы будем ходить. Игнатий Тихонович хотя не раз нам говорил, что ходите, не будет этого, цените.
Вот цените то, что имеете. Сейчас эти занятия у нас проводятся здесь. Вот здесь. Вот мы уже пришли. Оставайтесь, кто может. И, конечно, там, кто по здоровью, детки маленькие. Но кто может, оставайтесь. И этого может не быть. И очень скоро может не быть. Правильно, и будем, жаждать слова, как нам говорит Евангелие. Будем жаждать. И нигде этого не будет. Вот я ездила в Красноярск, и получилось так, что на выходные, на субботу, воскресенье уезжала. И вы знаете, вот меня не было буквально одни выходные, я почувствовала вот эту тоску, как хочется быть в храме с вами здесь. Не куда-то там забежать по пути, да, быстренько там перекреститься 3 раза, поцеловать свечку распятие. Поставить. Ну, свечку я не ставила в любом случае, нет. Поцеловать распятие и выбежать, это не то. Да, там вот, когда... Это вот наше единение вот друг с другом. Может, кто-то этого пока не ощущает, да? Но я это вот ощутила. Это Аллилуйя. Есть между нами вот какое-то чувство родства, чувство близости, духовной близости. Цените то, что имеете. Этого может и не быть, и очень скоро. Спасибо, Христос. Аллилуйя! Спасибо тебе, Христос, Галя. На добром слове и за напоминание еще раз. Еще у кого есть слово? Игорь Тихонович, наверное, вам теперь уже подводить итоги. Я туда зайду от стола. Ну, Галя, она упустила многое. Там, как пришла, говорит, накрашенная была, не знала, куда руки деть. Сама обстановка настраивала меняться сразу же. Я пока не сначала начну, как-то я сказал, напишите, как вы уверовали в Бога дома, а потом принесите сюда. И как вы пришли в общину, и как вы насчет думаете объединения, тогда разговор зашел с Московской патриархией. Вот у нас на столе лежат книги, и там это все написано. 15-16 том, открытым оком. Тут зачем не начну, у меня сразу просто перескочить на... Коричневый, черный, я показал. Там написано, 84 человека, которые даже не нашей общины, ходили на занятия, как они пришли, подробно. И так это было написано, что нашлись люди, ну, такие, как вот у нас в Потеряевке, Елена Барабаш, она написала, а кто там, отец, и у Игоря, это вам Игнатий написала, вы подписались. То есть, настолько это нас объединяет, что даже трудно понять, что писали разные люди, как будто бы из одной школы вышли. Она говорит, нет, он даже не видел. И ни одного слова я не добавляю, не считая эпиграфа в конце. Вот перед этим, перед всем, что было? Ну, вот я сказал, 84. Есть большие храмы, там храм Христа Спасителя, Елоховский собор. Вот если бы кто-то это слышал, я прошу, и как бы, чтобы прониклись люди, вы своим прихожанам тысячи на выходе и на входе, напишите, как вы пришли к Богу и как вы стали православными. А потом же это будет опубликовано где-то. Не напишут. По сегодняшний день. Я это объявление сделал уже 10, сколько, около 14 лет назад. И ни один нигде не сделал. А были архимандриты, приезжали, тут фотографировали наши уставы. Мы сделаем немедленно. Их свои же сразу зажали. Свои. Епископ. Никто нигде ничего, даже брошюрки, как обратился. Я тут умер. Адмирал. Вот это они пишут. Там Александр, Александр. Теперь они будут мухлевать на этом. А на этом уровне, как обмирает человек, тут особенно много демонов, как пишет Серапин Роуз. Так вот, перед тем, как появиться общины за кадром, это мы только знаем, нужно, чтобы внутри у тебя созрело видеть чистоту и несоответствие этой чистоте то, что есть. Мы это видели, страдали, мучились и молились. Приезжал отец Геннадий Фаст. Геннадий Фаст очень известный человек, теперь он немец. Менонит, стал православный, там благочинным был, сейчас он в Абакане, храм Константина и Елены. Он подробно все это все оно написано, на пленку я записывал их, там Еврасовы, и как он обратился. И вот мы приходили, отец Аким тогда уже был священником, стояли у порога Покровском соборе, это один храм в Барнауле был. Непрерывное хождение, торговля, люди ничего не знают совершенно, вот абсолютно ничего не знают. Вот пришел человек, ну пришел и пришел, что мне мать отпеть надо. Так, это вот ей киоск. Больше ничего не сказали ему. Ему дали песок. Это он взял песок, а куда его девать? Кому сыпать?
В какие глаза насыпать этот песок? Батюшкам отдать, потому что они песком любят крестить. От воды и духа, а у них от песка и от брюха. Что тут? И он стоит, вышел священник, считает Евангелие. А он ко мне с вопросами. Я говорю, вы подождите, Евангелие досчитает. Он поставил маленько, а этот Иван долго будет крещать? Иван. То есть чего? Человек ничего не знает. Ему песок дали в пульке, заплатил за песок. А песок очень дешевый. Мы стояли и думали, как это сделать, чтобы было по-евангельски. Народу было много, приходили. Даже сюда мы еще нигде не имели ни дома, ничего. Просто люди, которые расположены были. Выходили из храма, беседовали. И это мы обсуждали в лесу. Приезжали из других городов. Выхода никакого нет. Надо отделиться. Апостол Павел отделил и в училище некоего человека, тирана, проводил занятия. Отделил. Куда отделиться? Священника нет. Наши ездили везде находить нужно епископа, который рукополагал бы. Сказали, в Грузии есть, в горах. Зиновий, митрополит. Все проехали, ничего нету. Мы так беседовали тогда с баптистами очень много. И они начали исследовать по всей Европе, есть ли у них рукоположение. Это все за кадром. Это многие люди ездили. Выхода никакого нет. Ну как простой сделать, чтобы торговли не было? Жить-то надо на что-то. Как? Тогда уже вопрос созрел. Только десятина. Десятина от Бога. А это остальное. Из дома торговли и вертепа разбойникам. Христос сказал. Если нет десятины, торговля должна быть. Тут оно рядом стоит. Или-или. Выбора-то вообще никакого нет. Деньги никто не будет давать. Священник должен жить. У него семья. Диакон. Отапливать надо, строить и прочее. И мы рассуждали. Вот этот пункт они могут выполнить прямо, чтобы каждому сказать, ты должен примириться с Богом. Проповедовать на русском языке. Нет этого. К священникам подошли ни один. Почему? Настоятель здесь был. Тирания настоящая была. КГБшник до мозга костей. Войтович, отец Николай Павлович. Он любого давно, его сразу отсюда сметают священника. Власть была ошеломляющая. Все сейчас по Сибири всех епископов взять, вместе взять, они такой власти не имели. Уполномоченный служил, слушал его указания и все. А уполномоченный потом будет ходить в церковь, причащаться без поста, без креста, может быть. Сидящий Александр Петрович, это все бывшие генералы КГБ вот, в отставке. Ничего нельзя сделать. И чтобы правильно крестить, мы подходили и говорили, я еще сделаю, настоятель не говорит. А он сам не крещеный. С Белоруссии, он белорус. С Украины понаехали эти бритые, толстые попы. Им ничего не надо, грош изробить. Евангелие в руки не, нет. Батюшка идет с диаконом с Украины. Ну, туда звали хохлы. Диакона рукоположили, и батюшка ему говорит, теперь ты должен хорошо Евангелие знать. Он, а что это за книга? Ну, Евангелие которое? Не знаю, диакон. Он не видел даже, он не видел. Он видел только, когда выносит, кричит, и опять заносит ее, она на застежках застегнута. А зачем же ты стал здесь диаконом-то? А чтобы батюшкой быть? А зачем? Гроши заробите. Украина. Если солдат в армии без лыжки пошел, то это уже не хохол. Он добьется. И мы видели, ничего нельзя сделать. И вдруг открылась возможность. Русская православная зарубежная церковь, как говорится, царская, тихоновская. Мы о ней даже не слыхали. И вот отсюда это все было до основания общины. Община 19... Почему после крещения? 19 января 91 года у нас было собрание. Подать заявление в краевой отдел юстиции на регистрацию. Регистрация, мы еще не знали, что она дает. Это дает право мне преподавать в университетах, в школах, в милиции. Поприще открылось невиданное. Я по сегодняшний день считаю, что больше, чем мне, в России ни раньше, ни позже не было дано возможности проповедовать. Я домой приезжаю, стоят военные машины, полковники стоят из разных городов, разные рода войск. Мы решили зафрахтовать самолет, чтобы вас с одной части в другую перевозить. То есть куда бы ни повернулся, в фирму уже работал. Выхожу, стоит милиция, ждет. Полковник Ситников, политотдел краевого отдела ОВД. Там все прокуроры с края собраны. Поехали быстро. Помощники прокуроров. То есть поприще безразмерное было. Фабрики, заводы, КГБ, прокуратура, школы, техникумы. Все было дано мне.
Я дома редко даже, кажется, бывал. И никуда не приходил, чтобы не было полных рюкзаков литературы и Библии. Бог открыл сразу источник, через баптистов получали Библии, мы платили за них в прозе, у нас потоком непрерывно шло. Это все осталось. Нет людей этих, они никуда не делись. Мы совершили то, что хотели. Если со стороны смотреть, роковые ошибки. Две. Наша община была бы не одна уже в Барнауле. Две ошибки, которые я не считаю ошибкой, а считаю высшим достижением. Первое. Запрещено звать к нам. Запрещено. Ты можешь рассказывать, говорить, но нужно, чтобы человек попросился. Запрещено. Это не... А где-нибудь есть? Нету. Пока не было ни у баптистов, ни у сектантов, ни у кого не было такого. И второе. Если бы мы, как все делают, сказали, старообрядцы не церковь, имеющая священство, ни один бы туда не ушел. У нас ушло больше 10 человек. И потом батюшка благословил. Белокринецкая иерархия. Мы сказали, Московская патриархия, тогда еще никакого объединения, даже никто не думал. Благодатная. И мы туда отдали, наверное, человек 50. Я еще стал смотреть, это ужас, сколько людей. Почему? Так это те, которые были, которые не пришли. На занятия ходили, ходили туда, мы не зовем, а они там и ходят сегодня. Вот это два момента, которые нам не простят, те, которые наши соотечественники. Как так? Вы же знали, что в патриархии такое делается. Делается, все безобразие делается. Продажи с митрополитом Сергия Строгородского, это проклятая декларация, которая объединилась с мирской властью. И несмотря ни на что, мы признаем ее благодатность. Благодатный патриарх. По первому чину его бы приняли, если он приехал в патриархию. Вот это что стояло за кадром. Но как это сделать? И когда открылась возможность, ну, а в это время просто... Круто безобразно вел себя архиерей один. Это в это время Омская епархия была, и там отец Аким был. Шесть священнослужителей от него сразу ушли. Один из них Евтихий, будущий наш епископ. Будущий епископ викарный, домодедовский, у патриарха Кирилла. И, кажется, он еще у Алексея был. Вот это просто не поминается нигде. Но мы пришли туда с огромным багажом. Когда начали образовывать. Вот я рассказываю, община такого-то числа, так-то было, что... Вот книга. Для слова Божия нет уз. Она 752 страницы, ламинированная, смотри какая. И в ней все, это из одних документов. Это свидетельство, как надо мной был суд, как говорили, которые предатели были. Здесь абсолютно все, как власть приезжала, как хватало, как закрывали детский лагерь, все. Дальше. У нас был готов материал, который я распространял давно, 14 материалов на газете. Это Бог так делает. Необыкновенно к нам расположен был Владимир Федорович Клименко. Это главный редактор газеты «За науку», Алтайский государственный университет гуманитарии. Это было у нас уже 16 материалов, а они теперь все здесь. Книга «К истинному православию». О крещении, о покаянии, о дисциплине. Мы ничего не знали, вот как Бог делает заранее. Я просто в жизни своей хочу сказать. И почему-то в моей жизни сестры, женщины имели очень большое влияние. Вот Алевтина Пантелеевна. Она даже сама уже этого, не знает. Ты же помнишь, как речь шла о печатании. Я ничего не даю, кому печатать. А почему ты сам не возьмешь? А где машинку достать? Бог даст. И дал, ну там буквами мягкий знак не туда ставилось, и, пожалуйста, переплетать отдавал кому-то. Ксения Степановна была, пришла в православие с пятидесятников. Ее нету здесь, она уже отошла. Она узница, 10 лет была в ГУЛАГе. Она говорит, да вы сами можете научиться переплетать. Я всегда считал, я настолько немощный, печатать я не смогу. А после этого уже тысячи страниц книги печатал, книги целые перепечатал. Несите пальцевым методом. Теперь я с типографиями знакомлюсь, закупаю материалы, книги купил и теперь стал переплетать для себя старообрядцев, баптистов, пятидесятников. Кого только не было, государственные организации автобусом привозили документы, чтобы переплести. Это заработок оказался. Вот она толкнула, ко мне все время надо толкнуть. Тут несколько человек стали ходить католикам. У меня два материала. Человекоубийство и ложь Ватикана. Там, знаете... Гордость папства. Два материала к истинному православию. Там они есть. Вот знакомство с ними некоторых подтолкнуло туда. И мы ходили, беседовали, как это сделать. Только отойти. И это Бог дал. И когда я в 92-м году был в Америке, в синоде все это обсуждали. И
мы уже были приняты, но название какое, вот именно крестовоздвиженское, почему, и потом только обнаружится, что и это промыслительно. Я как-то говорил, за всю жизнь я никому не обратился, Володя, Никита, это я говорил, но чтобы к кому-то обратиться, Игнатий, ни один Игнатий за всю жизнь не встретился. А чтобы Игнатий, да Тихоныч, это вещь невероятная, это, может быть, из миллионов, миллионы где-то кто-то есть такой. А здесь, получается, была крестовоздвиженская община в Барнауле, и там написано, и настоятелем был Игнатий Тихонович. До революции забрали которую. И связано это со старообрядцами было. Далее, у нас есть такие моменты, ну, которые сегодня, если пожелали бы сильно там православные, создадим такую общину, то не знаю, создали или нет бы. Вот простой, только обведи вокруг, посмотри, сколько надписей. Это в храме между иконами. Ну кто вы ездили много, где вы видели выдержки из Священного Писания, из Святой Библии между иконами в храме? Поднимите руку, в каком вы видели храме? Да не поднимите, нет этого. Дальше на аналое лежит там, что Евангелие. У нас лежит Библия, спецзаказ заковный, Библия на русском языке. Где вы видели Библия, чтобы на аналое все время лежала? Даже простенькая. Перед богослужением заходить всем. За это наблюдатель, наблюдатель за порядком. Если власть законодательная, исполнительная. Законодательной много, а исполнительной нету. А у нас смотрят. Палочки сделаны даже, замерить, чтобы подол был не выше 10 сантиметров. Даже на это пошли. А сейчас вопросов нет. Но вот сегодня к нам придет 100 человек. И сможете справиться? На подходе уже справимся. К нам приезжают из милиции, из города. И откуда только нет. Они приезжают, и в течение одного часа они делаются, как мы. Вот приехал местный митрополит алтайский. Приехал, привез с собой харисов. Они, вот Машенька сидит. К ней в дом, она их всех там, как скажи ты, вышли из одного станка. Одинаковая форма, одинаково одеты, стоят в храме, поют, и никто не против. Много времени ушло? Нисколько. Ну, час-полчаса. Почему? Перед этим были и в это время, и после молитвы. Это все делает молитва. Оценить общину может тот, кто знает, как плохо без нее. Вот батюшка каждый год куда-то ездит, там и в Украину, возвращается, нигде ничего не видел. Везде проходной двор. И стою и не понимаю, о чем он считает. Он наизусть службу знает и не знает. В одном месте в храме, ну, многогласие. 2-3 места. Одни там отпевают, другие венчают. И у нас ничего этого нету. Ни за одно таинство не берутся деньги. Все до одного, члена общины, маленькие, большие, все до одного, крещенные, полное троекратное погружение. Одну православную общину найдите. И даже баптисты из Вашингтона не написали, говорят, мы нашли православную евангельскую общину. Вот это название даже, библейский православный сайт. Все говорят, ну, или библейский, или православный. Зачем мы несовместимые слова поставили? А когда считают, первый раз видим. То есть у нас столько близких нам людей, от нас были люди, которые уехали далеко. Это и в Грузию отец Наум. А через него сколько пришло-то все наши друзья. Еврей. Среди баптистов был. Полтора часа у нас пробыло, даже 3 часа не прошло. Он уже православный был. Бог делает. Нашего здесь ничего не было. Еще общины даже не было. В Киргизии наших людей сколько? В Казахстане. Я по порядку буду переводить. Про Украину и говорить не буду. Постоянно пишут. Я ваше духовное чадо, я ваша дочь. Понятия не имею. Это где? В Скандинавии. В Великобритании. В Германии. В Португалии. Во Франции. И отовсюду пишут, а уж Америка, там Австралия, по всему. Почему у нас теперь работа идет в интернете? Ну, вы знаете, вот один человек умножит на тысячу, если умножит еще, тысячу тысяч, будет миллион. У нас просмотров 5 миллионов 200 тысяч. 5 миллионов 200 тысяч собраний, это ролик, это не фотография, которые люди посетили. Нас никто не рекламирует, и вдруг появляются люди на днях. Этот Иоанна Златоуста насчитанного разбил по отдельным проповедям, слышишь, Игорь? По отдельным. И отдельно можно скачивать, и можно все. Работа сделана. Теперь где будут работать? В Киргизии сказали, еще где-то будут. Одному ничего не сделать. Это Бог делает. Это не только общий обед хорошо. Это больные знают молиться. Трудно? Помощь. Отдохнуть, принять. Это все община. И как люди приходили,
приходили уже на то, что у нас созрело. Вот этот дресс-код называется, форма одежды. А то у нас никак не соробрятся. Если она девчонка, пол головы открытая. Если она голова открытая, парень может быть в шапке в храме. Нет, да как нет, это один стих. То есть лукавят, хитрят. А вот так, чтобы все были одеты по форме, только мусульман есть. Я не нашел ни одной общины. И мусульмане на нас наталкиваются сразу. Ой, мы встретили таких наших сестер. Им говорят, наша знакомая мусульманка, там одна жена муллы, и говорит, это православные. Нет, это мусульмане. Наши сестры идут по улице, а тут работают туркмены. Ну, как с русскими не обращаются-то? Щипнуть, толкнуть, ударить там. Ну, ходит она голая-то, она же вызывает его. А этот дед сразу станут. А наши сестры откуда-то приехали? Наши сестры? Мы едем в автобусе, а вы не ваххабитки. То есть боятся, что не взорвали. Они вас взорвут еще хлеще, наши сестры. Старая жизнь кончится, начнется новая. Я вам обещал баню устроить. Только вот баня тем, которые неактивны. Будьте активны, оставайтесь на занятиях. Вот Галина Александровна не раз уже об этом говорит. Будете искать. Я вел занятия в 5 университетах, а сейчас нигде. Почему? Москва запретила всем вести занятия. Москва, всех вы. И сколько за меня не заступался губернатор, бывший Кошнев Лев Александрович, был ректор МГТУ. Ничего не могли сделать. У нас там буквально все было настроено. Ну, в одном только университете 18 лет вел занятия, это же не 2 дня. Ничего нельзя сделать. Они говорят, здания эти университетские принадлежат Москве. Я никогда не знал даже это. Они не Барнаулу принадлежат. Вот приезжает новый архиерей. Это Бог дал счастье нам, что такой митрополит Сергий Иванников. Он нынче такие характеристики там мне и другим давал, как будто это наш с нами каждый день, и здесь он бывает. Это ответ Бога. Это очень и очень много значит сегодня. И с ним диакон Черных. Он подходит, а вы знаете, кто я? Нет. А вы вели занятия в высшем авиационном училище? Так я курсантом там был. Я вас слышал. Диакон, мы даже не знаем, если бы всех людей знали, которые пришли через это здесь, я говорю, надо, может быть, 100 общин делать. Вот мы проехали минимум 600 городов и районных центров. 600. И ни одному человеку нигде не сказали идти куда-то, кроме как в храмы Московской Патриархии. Мы могли образовать общины практически в каждом месте, такое расположение людей. Никому нигде ни разу не сказали, нельзя к себе звать. А что, дальше мы им говорим, как писать на правящего архиерея, на патриарха, как открывать храм, как себя вести. То есть мы себя поставили в рамки, при которых развиваться невозможно. И мы видим, что, значит, не наша сила, что мы еще есть. Мы должны были исчезнуть. Фотографии посмотрю, этот умер, этот ушел, этот женился, замуж вышла. Ну, нет никого. Вот ее дочка сидит. Не, Машенька, да? И Маша, да. Да, Маша. Видимо. Сидит там, вот там. Да, и Анна из этого, больная. Все, та умерла, этой нету. То есть какую фотографию не посмотришь, один-два только есть, остальных, ну, по разным причинам. Если бы мы вот эти три, фактически не два, даже три условия убрали, было бы все по-другому. Но мы на это не могли пойти, потому что придется предстать на суд Божий. И те, которые нас долбили, когда мы говорили, я говорил в Синоде в Нью-Йорке, что Московская Патриархия имеет благодать, меня там задолбали. А те, которые долбили, они первые переметнулись, а мы так и остались в зарубежной церкви. Мы единственные два прихода во всей России. Сегодня 13 юрисдикций, как называют. А зарубежные церкви осколки. Есть большие очень, как Сузовская, больше 100 приходов здесь и за рубежом. Но мы никуда не пошли. А почему? Мы могли бы лучше устроиться. Но везде требуется одно – признать безблагодатность Московской Патриархии. А мы на это не идем. Вот понимаете, какие есть правила, условия. Вот он человек, ну бывает, что-то у нас так сделал. Он даже за столом не будет, будет отдельно есть. Согрешивший, попавший под епитимию. Внушаясь даже одежды. Где это выполнялось? Когда? Если было, скажите. То есть этого никогда не было. Дальше. У нас половина богослужения идет на русском языке. Мы нашли золотую середину. А какое у вас? Церковно-славянское? Церковно-славянское и русское. Как у нас машина. Грузопассажирская газель. Она и груза, и пассажирская. У нас молятся двуперстно. Мы лично. И троеперстно. И мы никого не принуждаем. Только за одно то, что я в это сказал, так молятся. Старообрядческий митрополит сразу
Не принял это, хотя ко мне он очень расположен был, книгами обменялись. Вот и все. Мы не можем пойти на это. Мы ждем суда Божия. А на суде Божьем может быть все совсем не так. Я знаю, что если нет рукоположенного епископата, это не церковь. Это мертво и незыблемо стоит. А все остальное надо смотреть и глядеть на это. Сегодняшний день очень знатный. Придете домой, здесь уже некогда будет. И если вы это искренне приняли, поблагодарите Бога, что вам Бог это дал. А чтобы это узнать, надо ходить иногда в храм. Вот нынче 26 февраля, прощенное воскресенье, запомните. Февраля, следующее. Попрошу всех с ребятишками, если можете, прийти в Покровский собор. И как всегда, мы дождемся, когда все уже подойдут. Тогда мы идем, братья идут, потом идут сестры по форме. Тем более такой архиерей. В прошлом году как было? Проходит и все. Я подошел, он обнял меня, целует, как на Пасху. Видите как? Это Бог сделал. Такого архиерея нам прислал. Это особая благодарность ежедневно, чтобы она звучала. Потому что на него нападают свои за то, что он к нам расположен, благо расположен. Это он их поддерживает, это он их где-то. К нам мог патриарх приехать, если бы был свободен. Потому что патриархия ответила, и никаких возражений нету и прочее. Нам есть что сказать и показать. И вот они, когда пишут, вот журнал этот, 9-й номер, Покров за прошлый год везде, община наша уникальная, там доктор богословия пишет, отзывается местный митрополит, другие, а они нас выделяют очень сильно. Даже сказали, батюшка-то не будет, батюшка поехал нынче в отпуск, пришел к митрополиту и говорит, меня не будет, но тут мало чем вообще не может быть, а надо как-то, чтобы имели в виду. Он говорит, а кого вы хотели? Он говорит, отец Сергий Беляев, секретарь епархии бывший, я не знаю сейчас с кем он, кажется, Дмитриевский теперь настоятелем. Видите, у нас какие близкие отношения, но мы не патриарши, повторяю, мы никогда туда не пойдем. И от меня наказ никогда. Во веки веков. Почему? Это наше место. Мы только туда зашли, они сразу нас разложат. Священник уберут, деревни не будет, лагеря не будет. Мы это знаем. И поэтому просим Бога, чтобы помолиться и потом стоять, слушать, скажи, Господи, слушает раб твой, найдите, где это делается, где молятся с поднятием рук, все до одного. Я называю простыми моменты такие, даже вот написать, сколько нам Бог дал всего, какое сокровище. Это все пришло через то, что есть община. Одному не сделать. Такую миссионерскую поездку от Владивостока до Лиссабона, Прибалтику, их Скандинавию и Турцию захватить, ничего ты один не сделаешь. Я посчитал, вот у нас это было около 10 человек, которые принимали участие в поездке. Ну, самое большее, это я был, поменьше Николай Кручина, ну, много Виктор Николаевич, трое, там Андрей, четвертый. Здесь Севастьян был, ездил. Ездил. Виноватый. Теперь, это шестой уже, Сергей Пупков. Здесь еще кто у нас ездил? Вадим. Вадим. Еще кто? Третьяков. Еще уже 9. А кроме того, там Михаил Кальмаев. Видите, сколько людей? Я ездил еще. Володя, вот, пожалуйста, 10. А, да, с Краснодара. Александр, Марьясов. Марьясов, Александр. Марьясов тут еще. 11. Ураган 12. Марьясов это дальнобой. А ураган? А ураган 12. Все. 12. Понимаете, вот что значит община. Надо купить машину. И откуда пришли деньги, знать не знаю. Понимаете, я ничего не знаю. Вот суббота. Батюшка приходит, я здесь сижу. Один раз пришел, меня нету. Идет по базару мимо банка. Я из банка выхожу, а ты еще здесь. Я не сказал. Через день мы покупаем машину. Откуда, чего, по сегодняшний день толком не знаю. Вот меня КГБ, как говорится, ограбило. И взяли все книги. Я стою в Покровском соборе. Молимся. Слышу, кто-то дергает. Я так показал. Подожди. Сует что-то в руки. Ну, взял руки, стою. Когда кончилось, те книги, которые у меня изъяты были, старые, там потрепаны, в новом виде в руке держу. Кто, сотрудник КГБ привез? Или кто? В церкви во время моления мне книги пачками подсовывали в руки. Кто? По сегодняшний день знать не знаю. Я не оборачивался. Ну, встал и стою. Так это не одно событие, не два. Почему в общине? Все молятся. Тут трудно сказать, кто не молился. И кто не просил молиться, и куда бы мы ни поехали, мы ко всем обращаемся, помолитесь, поддержите. И мы совершили совершенно невыполнимое.
И поэтому так много сейчас людей, которые обратились через нашу общину, познали, что в православии можно спасаться. Нас называют так православные баптисты, и мы согласны. Православные адвентисты на нас говорят, мы согласны. Евангельские, да, евангельские. Евангелие дает общий окрас, общий запах дает. А что мы православные, в этом никто не сомневается. Я хотел поблагодарить всех, которые принимали участие в благовестии, вот даже на крещение. Тут много активничает Сергей Павлович. Эти визитки, это деньги большие были. Очень хорошо социально. Помогал Сергей Козлов. Вот он сейчас выяснит занятия по изучению Библии. Нет у нас в университете занятий. У нас занятия там были два в неделю. Здесь каждое воскресенье занятия. И три занятия по скайпу. Тоже по полтора часа. Четыре по полтора, шесть часов. А там по два часа, четыре часа. То есть мы практически, может быть, даже компенсировали уже. Видите, как все делается. Вроде потеряли. Я вот молю каждый день. Господи, пошли добрые жители в селение наше, только чтобы не были ни чужды истины. Любили правду, любили уставы твои. И Бог в один день может изменить все. Там только стукнут на юге-то, люди посыпятся неизвестно куда. А про нас маленько кое-что слышали. И здесь точно та же может быть обстановка. Ну кто-то ушел, куда он ушел? Он ходит, вот ты поминаешь, которые там были, они никуда не ушли. В первую очередь эти люди с нами были и остались, они здесь у нас. А во-вторых, это перед Богом. А почему они там пошли? Потому что мы сказали, что патриархия благодатная. Он бы туда не пошел, а зачем? А сказали, вы там не чиститесь, я не хожу в секте быть, он в секте не хочет быть. А оказался самая большая секта, как сегодня в интернете, это патриархия. От чего? Говорит, от Христа отсеклась, от канонов отсеклась. Мы это не говорим, но это есть. Потому что все это забыто. Через нас и они глядят. Глядят, да и думают. Я вот выступал тогда больше часу, слово говорил, епархии при благочинных здесь. Сильно коснулось, да. И они это передают другим. Мы не знаем, где какое слово аукнется. Наши слова, которые говорим под нашим именем, сейчас идут в интернете. Наши афоризмы, как называются. Мы это сказали по простоте, а для них это было открытие. Так что сегодняшний день... Отмечаю. Пусть он не покажется, что ну, лишнее берем мы на себя. Общине говорим, 26 лет. 26 лет радости, общения перед Богом. Много еще у нас не того. Ну какое оно? Пропускают. На занятия не остается. Субботу пропускают. Вот у нас даже заболел Алексей, молимся. А я говорю, передайте. Мы молимся, чтобы Бог дал здравие, чтобы ходил каждую субботу на богослужение, воскресенье оставался здесь. А он не будет оставаться. Ну, это я говорил. Ну, он не будет оставаться. Это его дело. Но он знает, что мы молились о здравии и духовном. Некоторые, ну, маленько пропустил, на шаг отстал. Другое, на занятие не пришел, два шага. Наконец отстал, попробуй догони. Обмахнул, да, что, вас в один спасение, что ли? Поэтому, когда вас не будет, говорит, что будет? Я отвечаю вас с батюшкой на меня. Я говорю, может, еще лучше будет. Люди плакали. Плакали, как Стефан, первомученик такой, нет его. И кто бы думал, тот, кто отдавал Гаалу голос, подавал на убийство его, будет Саул Павлом. 14 посланий из 27 книг Нового Завета принадлежат кому? Убийц. Он говорит, я гнал церковь, я недостоин. Может, самое главное у нас будут люди, которые гонят нас сейчас, которые клевещут, которые поносят нас. Поэтому нужно за всех молиться, ни на кого ничего не держать. Это вот то, что необходимо. Если у вас будет кто-то другой, нас не будет, помните, этот человек называется лидер. Вести впереди. У него должно быть 6 качеств. 6 качеств. 6. Первое. Воображение развитое. Ты должен знать, чем это кончится. Второе. Знание. Запоминайте. Третье. Умение. Умение. Все, что требуется, касается общества. Четвертое. Решительность. Кажется, невозможно с Богом. Пятое, шестое качество будет отдельно. Пятое, самое неприемлемое. Беспощадность. К чему? К разгильдяйству. То, что сказал, не делает. Отойди от него. Он тебя 2-3 раза обманет и даже нужно нет. Сказал, чтобы сделал. И последнее, важное качество для лидера, это привлекательность. Его нет, но он все время в центре событий.
тебя не будет, ты выехал в больнице или где. Все время будут думать, а как бы он поступил здесь. Это я высчитал у американцев. У лидера должно быть 6 качеств. У вас будет человек, если здесь вместо меня, батюшки, вы вот это помните. И с тем человеком обсудите, скажите, это община. Вот когда были у нас священники, то одни сказали в епархии, у нас нет священника, который бы повел вашу общину. То есть он должен все делать как есть. Не просто так. Вот он говорит, а жена постригается, красится, сережки носит, у нас это не пойдет. Уже сразу 3 пункта, которые не должно быть. Понимаете как? Мы нигде, никогда, ни слова не говорим против евреев. Мы ищем благословение. Это первое благословение. Мы все время молимся за детей Авраама, за мир Израилю. Нас за это поносят, ругают. И последнее – это десятина. А между этими все остальные благословения. Мы благословенная община благовестников. У нас такие материалы, которые разошлись по всему миру. Они уже кончаются. Так что смотрите, делайте выводы. И приводите душу в порядок, говоря людям, близок Господь, да помилует нас, ему слава во веки. Аминь. Аминь. Игнатий упомянул Сергия Козлова, который, мы уже говорили о том, что он является членом нашей общины, находясь в Воронеже, прикованным к постели. 14 лет. 14 лет. Помните его всегда, несите на руках молитвы его и маму Татьяну. Ильиничного, чтобы Господь им помог жить без ропота, уныния и отчаяния. А вы были у него? Да, я был. Вы же рассказывали. У нас друзей вы очень и очень много, очень, которые считают себя членами нашей общины. Их нету здесь. По всему миру, которые новые люди обращаются. Вы помните о них, не знаем о ком, но, Господи, чтобы они были с тобою. В конечном счете-то это не быть в общине, а быть со Христом. А Христос покажет общину, где тебе быть. Не место спасает, освящает, но человек место. Спаси Христос, благодарим Бога. Достойно есть этого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Игнатий Тихонович. Милосердный и любящий наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, умершего за нас, пострадавшего из-за наших грехов на Голгофском кресте. Мы просим Твоей милости, благослови нас, нашу общину. Ты позволил ей уже столько лет существовать. В чем мы повинны перед Тобою? Помилуй и укажи и исправь. Защити и доведи детей Твоих до обещанной пристани Царствия Божия. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос! Да, что, не занятие? Да, 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 занятие, оставайтесь. 6 часов тоже занятие? 6, да. Да, братья и сестры, батюшка звонил, чуть не забыл сказать. Только что он звонил, батюшка сказал, что объявить нужно про мясо. Кому нужно мясо, заказывайте. Татьяна Кузьминична, подходите, записывайте. Он поручил вам, Татьяна Кузьминична. Чего будет? Мясо. Баранина. Алюшка. Сейчас.